приговор необоснованным, незаконным. Считаем, что он осужден незаконно за покушение на убийство. Считаем, что в его действиях нет, в действиях нашего подзащитного нет покушения на убийство. Есть признаки иного преступления. Мы намерены подать апелляционную жалобу. А этот присяжные вообще какой вердикт вынесли? Это можно сейчас оглашать? Вердикт присяжных. Вердикт присяжных, он признан, я говорю, виновным. Виновным. По одной статье он признан виновным. Он признан виновным в покушении на убийство. Я оправдан судом присяжных по статье насильственные действия сексуального характера и за изнасилование оправдан. Сонда, ана, екеуі тоқтатылды ғой, да? Ана, он алды.